Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о Евангелии от Матфея. Обратимся сейчас к 15 главе. В 15 главе тема заповедей старцев, предания старцев, которые уже не раз возникало в дискуссиях Иисуса с фарисеями и книжниками, выносится каким-то образом, я бы сказал, на всеобщее обозрение, становится достоянием многих и многих людей, которые слушают и Иисуса, и книжников и фарисеев. И вот начинается 15 глава с того, что приходят к Иисусу книжники, фарисеи, и э, требуют объяснений, почему ученики твои приступают к преданию старцев. Может быть, это были не те книжники и фарисеи, которые уже придумывают э, следственные действия, чтобы Иисуса погубить. Может быть, наоборот, это э, те, кто скорее могли бы быть его сторонниками, пытаются понять. И э, действительно хотят получить от Иисуса содержательный ответ. Евангелист не обозначает здесь, так сказать, разницу между этими двумя фарисейскими течениями. Вот они спрашивают, почему ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Во-первых, нам надо обратить внимание на то, что в это время в Израиле существовал, конечно же, закон Моисеев, Тора, вот, в которой перечислены заповеди, данные Богом. Часть из них, малая часть, была действительно дана на горе Синай. Некоторая часть заповедей накопилась в ранние столетия израильской истории, и в единое целое, собственно, в Тору, все эти правила и принципы были сведены где-то примерно в эпоху плена и сразу после нее. И разные письменные источники, которые существовали в Израиле и создавались в Израиле между временами Давида и вавилонским пленом, вот там в плену были более или менее скомпилированы получился некоторый текст, хотя и слегка разного происхождения, но все же он воспринимался как идущий от Моисея закон. Идущий от Моисея закон. Сам Иисус не вполне, вероятно, соглашался бы с этим, потому что, ну, скажем, он иногда говорил о некоторых компонентах этого закона, по жестокосердию вашему, дал вам Моисею эту заповедь. Не Бог вам дал, потому что так надо, а по вашему жестокосердию Моисей вам дал. Но все-таки вот закон. Один авторитет, высокий уровень, все прекрасно. Но кроме этого, фарисеи за примерно пару столетий, в течение пары столетий до описываемых событий, создали некоторый свод правил, которые они назвали устной торой, незаписанной торой, которые давали возможность заведомо, так сказать, исполнить тору писанную. То есть если ты исполняешь устную тору, разнообразные предания старцев, собственно, о чем здесь и идет речь, то тогда, конечно, требования письменной Торы, формальные требования, ты выполнишь. Требования по сути, как, скажем, люби ближнего своего, как самого себя, это другой совсем разговор. Тем не менее, вот предание старцев или устная Тора стали ко времени Христа такой устоявшейся вещью, которую изучали фарисеи, и которые они учили э, простой народ в синагогах. И, кстати, заодно э, презирали этот простой народ за то, что они ничему не учились, и эту устную тору не знают. Так они считали, что учить народ Божий вот примерно именно так и следует. Не закону, а гораздо более дифференцированному, сложному и объемному комплексу правил предания старцев. Ну и вот книжники Фарисеи спрашивают Иисуса, почему именно это предание старцев и твои ученики нарушают. Обратите внимание, что за законом стоит все же авторитет Моисея и Синайского завета. А кто такие эти старцы, которых предание? Из чего, собственно, их? авторитет должен быть таким прямо руководящим, вообще говоря, не очевидно. Не очевидно. Это не значит, что они всегда говорили глупости, но, с другой стороны, все каким-то образом должно быть осмысленно перед лицом Божьим. Вот смотрите, как отвечает, по крайней мере, в рассказе евангелиста Господь Иисус на этот вопрос про нарушение предания старцев. Во-первых, он говорит о том, что ну, ваши предания старцев входят в противоречие с заповедями. И таким образом это обесценивает сам феномен преданий старцев, сам феномен устной Торы. Обесценивает, потому что есть заповеди, которые весь народ считает заповедями Бога, и вот он приводит пример, почитая отца и мать это действительно заповедь Синайского Завета. Тут, как не виляй, это э, заповедь, исходящая от самого Бога, э, не какие-то поздние предания. Да? А вот вы говорите, и Господь рисует довольно возмутительную ситуацию. Кстати, исследователи так и не смогли сойтись во мнениях в самом ли деле это было реально то, что Иисус описывает, или это некий литературный пример. Ну, скорее все-таки реально. Он говорит, что вот если кто-то скажет что там отцу и матери, что то чем бы ты от меня пользовался, чем бы я мог тебе помочь, поддержать. Не забывайте, нет пенсионной системы, нет пенсионного фонда, да? Вот то, чем я мог бы тебя поддержать, на что ты можешь жить в старости, это я подарю Богу. И э, книжники фарисеи считали, что, ну, нарушил заповедь, но Богу подарил, все как-то более или менее нормально. И вот Иисус говорит о том, что, друзья, вы своими придумками, своими мнениями своими преданиями старцев отменяется заповедь Божья. Как можно относиться к таким преданиям старцев всерьез? Как можно считать их авторитетными? И он называет их лицемерами. Снова евангелист Матфей здесь приводит цитату из пророка Исаи, говоря, эти люди меня чтут языком, а сердце их далеко отстоит от меня, говоря именно о фарисействе, как мы теперь его понимаем о лицемерии и формализме. И мало того, что Христос вот так жестко в сущности ответил книжникам и фарисеям, Он обращается еще и к народу, и подозвав народ, говорит им: Вот слушайте и понимайте, что оскверняет человека не то, что снаружи в него попадает а то, что исходит из сердца, то, на что направлено человеческое сердце. Там же разговор-то начался с того, что ученики едят хлеб неумытыми руками. Не то, чтобы прям руки были грязные, мыло, в конце концов, все равно тогда не было в наших сегодняшних традициях. Их не надо было мыть до чиста, как хирург в операционной, Нет, их надо было просто ополоснуть водой, чтобы обозначить это самое омовение. Вот Господь говорит: не то, что прилипло снаружи, оскверняет а человека. Это грязь, но не скверно. А то, что исходит из сердца, вот. И когда ученики его спрашивают, что ты имеешь в виду, Господь объясняет, что ну, в конце концов все входящее в уста, ну человек как съел, так оно вышло и вышло. А, ничего не меняется. Из сердца человека, говорит Господь, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния. Это оскверняет человека. Что значит оскверняет? Это, собственно, ведь речь идет о том, что э, нечто, какие-то вещи, могут э, делать человека неспособным предстоять Богу, неспособным быть с Богом в диалоге. Или, э, еще тоже можно сказать так, делают вот данного оскверненного человека неприемлемым для Бога. Его на порог не пустит Бог в свой дом и не будет его слушать. Вот что, собственно, есть осквернение. И Христос говорит ученикам о том, что на самом деле оскверняет, делает невозможным диалог с Богом, делает нас неприемлемыми для Бога наша злоба, грех, который живет и действует в человеческом сердце. Вот с этим надо бороться, если уж бороться. От этого надо очищаться. Ну и кроме того, конечно, в этой же части главы Господь говорит о предании старцев, об устной торе, что, ну, когда ученики его говорят, ты знаешь, фарисеи очень соблазнились от того, что ты сказал. Он говорит, в общем, видимо, я о фарисействе как таковом и об устной торе. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Искоренится. Тоже, в общем, очень важная и поучительная вещь. И о фарисеях он говорит, оставьте их, они слепые по поводыри слепых. Вот есть великая картина Питера Брейгеля Шествие слепых, которое, конечно, нам полезно вспомнить, читая этот момент. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Далее в 15 главе также евангелист Матфей. В общем, если хотите, в тему предыдущего разговора помещает историю с исцелением дочери Хананеенки. Хананека, это женщина, которая происходит из одного из ханонийских народов, не так важно какого, язычница по происхождению, не израильтянка, стала быть по крайней мере теоретически она не чтит единого бога и в него не верит. Ну у него больная дочь, у нее, и она э, что-то услышала об Иисусе. И когда Христос удаляется в страны Тирские и Сидонские, удаляется просто потому, что тут фарисеи со своими этими, как и называется, следственными действиями клубятся вокруг. Да, и для того, чтобы немножко Выйти, отойти от этой опасности, вот Христос уходит на север в сторону Тира и Сидона. И там, слышавшая о нем, о нем Хананеенко, прибегает к Нему и говорит: Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дальше, дальнейшее происходящее, часто тоже для читателей современных оказывается очень смутительным. Потому что вдруг... Иисус ничего ей не отвечает. И когда она настолько громко орет и бежит за ними, за Христом и учениками, что ученики в конце концов говорят, слушай, ну вот она уже тут бежит за нами и кричит уже давно, ну что-нибудь как-то сделай, отпусти ее, потому что кричит за нами. Господь говорит, видимо, так, что эта женщина слышит, вообще фразу, которая кажется совершенно невозможной в его устах. Он говорит, нет, нет, я послан только к погибшим овцам Дома Израилева. А эта женщина, услышав отказ, тем не менее не согласна его услышать, все равно подходит, кланяется и говорит, Господи, помоги мне. Тогда Иисус еще четче, яснее и жестче э, говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ну вот, обычно люди очень смущаются тем, что эту бедную тетеньку э, назвали псом. Эм, да, что для иудея, каким является Иисус, конечно, грубое слово псы не животные нечистые и вообще вот нельзя так людей называть и спрашивается почему он так делает зачем и как на это откликается эта самая женщина понимаете штука в том что собственно говоря как только она произносит что да «Да, все так. Да, я язычница. Да, э, я не, де, не из твоих детей и ни на что не имею права. И, конечно, да, не, скорее подоб, подобно нечистому животному псу. Да, все это так, но, — говорит эта женщина, — ну и псы едят крохи» которые падают со стола господ. Она говорит о том, что, ну, конечно, я ничего не достойна, и о Боге ничего не знаю, и ничего не понимаю вообще в этом всем. И для меня это темный лес, как постсоветские люди говорили четверть века после исчезновения советской власти. Ну, нас не учили ничему про Бога и про веру. Ну, да, эта женщина говорит, ну, да ну хоть что-то, ну хоть какие-то крохи. То есть она, собственно, признает себя язычницей, признает, что ничего о Боге не знает, и не хотела никогда знать, и ничего не понимает, и все. На что же она уповает, к чему она апеллирует? Собственно, она предъявляет Иисусу только свою боль, свою скорбь, ей больше нечего вообще принести кроме того, что ее дочь жестоко мучается, и она от этого страдает. И вот тогда на это Господь говорит не просто там, ну ладно, так и быть. Он говорит, велика вера твоя, велика вера твоя. Вера женщины, которая сама признает, что она в общем не верит что она ничего не знает, не понимает, и в жизни никогда ничего не сделала и не подумала вообще о Едином Боге, но она надеется на милость, на то, что вот этот ей неизвестный, непостижимый Единый Бог евреев способен пожалеть. И вот про это Господь говорит, «Велика вера твоя будет тебе по желанию твоему, ее дочь исцеляется». Потрясающая, на самом деле, важная вещь, потому что вот, вот что такое действительно упование, которое Иисус принимает, вера, которую Иисус называет великой, вот что Он, собственно, ждет от язычницы, наверное, от других язычников тоже, исповедание милости Божьей, надежды на эту милость, на понимание того, что... Бог не в этих наших языческих глупостях, да? и что Он другой, и что только на его сострадание можем мы рассчитывать. Вот такое исповедание действительно приводит эту язычницу, ее дочь, в присутствие вечного Бога. Это, мне кажется, очень важная вещь. Дальше в 15 главе, собственно, следует рассказ о насыщении 4000 семью хлебами. По сути, по смыслу, по содержанию ничем не отличается от насыщения 5000 пятью хлебами. И те, кто пытаются над этим думать, исследователи евангельского текста, в общем, здорово сомневаются, в самом ли деле это были два разных события или одно и то же событие, по-разному описанное и дошедшее до евангелистов из разных источников, может быть и так. И действительно этот аналогичный рассказ попадает в Евангелие от Матфея. Просто потому, что он тоже присутствовал в устном предании, вот в этой форме, с другим количеством людей и другим количеством хлеба. Но, как и, как и в предыдущем случае, смысл того, о чем Евангелист рассказывает, это именно то, что Иисус взял хлеб и рыбу, воздал благодарение, преломил и дал, ученикам своим. И снова вот это благодарение и преломление. Может быть, единственная разница, почему Матфей решил, что и этот рассказ тоже надо поместить сюда, это то, что в предыдущем случае речь шла о том, что Иисус благословил хлеб, здесь сказано «воздал Благодарение. Может быть, Матфей достаточно бережно обращается с текстами и эти фразы не вставляет в один рассказ, чтобы как-то их объединить. Вот, Иисус воздал благодарение, поблагодарил Отца Небесного. И скорее всего, раз уж Матфей так кратко об этом говорит. Скорее всего, речь шла о совершенно обыкновенном благодарении, в котором не было ничего, так сказать, экзотического, экстраординарного, которому, благодарение к которому привыкли все остальные участники этой удивительной трапезы, которые мужчины, присутствующие здесь много раз, может быть каждую субботу, произносили в собственном доме, возглавляя благодарственную трапезу. И вот разница тогда получается в том, что когда Иисус воздает это благодарение, он действительно становится источником пищи, источником жизни для гигантского количества людей.